Настоящие порталы времени в самом центре Нью-Йорка и почему австралиец вживил себе в руку проездной. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Настоящие порталы времени на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Путешествовать в прошлое можно вот в таких телефонных будках. Сняв трубку, можно услышать истории жителей города, которые в свое время прибыли в город Яблоко в поисках лучшей жизни. Оригинальная идея принадлежит американскому художнику. Аман Маджадиди еще ребенком в 60-х годах 20 века эмигрировал вместе со своей семьей из Афганистана в США. Человек-паук приехал на премьеру блокбастера на новом Audi A8. Таким образом, компания впервые продемонстрировала публике флагманский седан нового поколения. Правда, интрига все-таки сохранилась. Машину представили в специальном паучьем камуфляже. Полностью новинку рассекретят уже 11 июля в Барселоне. Первый мобильный телефон без аккумулятора создали в США. Вместо стандартного источника питания в нем установлен микроволновый резонатор. Цифровая станция подключается к мобильной сети, а получаемый сигнал также преобразуется в энергию для питания мобильника. Сейчас у телефона есть только кнопки и светодиодный индикатор. В дальнейшем авторы разработки хотят установить туда E-Ink дисплей для отправки и получения СМС. Австралиец, который называет себя биохакером, решил вживить под кожу собственный проездной. Для этого он просто обрезал чип от проездного и упаковал в биосовместимый пакетик. А потом воспользовался услугами мастера татуажа. «Если кто-нибудь украдет мой кошелек, я все равно без проблем доберусь домой», утверждает мужчина. Местные власти новаторство не оценили. И не исключено, что проездной вообще заблокируют. Астрономы впервые обнаружили пару черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Их разделяет расстояние около 24 световых лет, однако они связаны гравитационно. Каждые 30 тысяч лет черные дыры совершают полный оборот друг вокруг друга, но движутся настолько медленно и так удалены от нас, что до сих пор считалось невозможным зарегистрировать это вращение. Их общая масса превышает массу Солнца в 15 миллиардов раз.